Protesting symbols are displayed with pride. In previous years... Racist slogans were heard among the crowd as some 7,000 radical nationalists joined an annual demonstration known as the Russian March. They united in anger at corruption, crime, immigration. Alexei Navalny, он сегодня с нами на русском марше. Всем привет, с праздником! Слава России! Им стоит бояться! Да! Вы настоящая сила! Господь Бог дал великую территорию! Сохранение для вас! Никто не имеет права посягать на права и интересы моего народа! Россия должна стать национальным государством! Нынешняя власть не способна адекватно выполнять функции защиты и сбережения нашей нации! Сегодня на одной из радио...